Это Кен Мартинес. Он американец. Окончил знаменитый университет Стэнфорда. Говорит по-русски. Стажировался в ООН. Встречался с госсекретарем Кондолизой Райс. Дважды беседовал с президентом России. Есть дом в Калифорнии и спортивный Кавасаки. Crazy Russians. Это жарко, очень жарко. Впервые на отечественном ТВ. Посмотрим на русских глазами американцев. Какими нас видят за океаном? В каждой серии Кен открывает новый удивительный мир. Смотрите в августе во всех телеприемниках области. Только на телеканале «Тюменское время».